Екатерина Васильева, 23 года, родилась в Балаково. Студентка, блогер и фанат рок-музыки. Жизненное кредо, мысль материальна, мечта воплощаема. Ну вот и все. Задания выполнены, и остается лишь ждать финального обсуждения. За время проекта я уже не представляю своей жизни без яркого листочка с заданием в кармане. И, конечно же, буду скучать. Пятое задание оказалось под стать финалу. Оно было очень сложным. Весь продуманный сценарий приходилось переделывать на ходу. Что из этого вышло, решать вам. А я хочу сказать спасибо всем, кто создал этот проект. Дал возможность реализовать себя в условиях настоящего телеканала. И, конечно же, участникам. Мы все большие молодцы. И пусть победит сильнейший. Узнаете, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Но что делать, если гости на пороге, а угощение... Можно я еще разочек? Меня троллейбус отвлек. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.